Блять. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня продолжаем проходить сагу Сенуа. Собственно говоря, второй выпуск подряд записываем. Это что-то там опять пиздит. Она не станет. Как только я обрету свободу, тебе не поздоровится. Ну пойдем, пока ведь ты мой раб, то что похуй. Блять. Что за просадки? Ты правда думаешь, что сможешь здесь выжить? Ты не понимаешь, где оказалась. Он зло. Он знает это место. Она не может ему верить. Так, блять, это север или юг? Что здесь для севера не особо и холодно-то? Блять, вот графика ребрит. Это либо то, что это работает DLSS. Кстати, вот при входе в игру у меня выдало такую маленькую ошибочку. Пишет, у вас не самая последняя драйвера на RTX 3070 Ti. Я заходил на сайт и обновлялся до последних. Точнее, через GeForce Experience. Вот, но, блять, в рекомендационных требованиях 3080. Здесь так тихо, стой. Что-то здесь не так. Мост обрушен. Что здесь произошло? Пахнет смертью. Он не хочет входить. Поселок пал под натиском. Драконы. За этими вратами ничего, кроме смерти. Не хочу. Не хочу видеть, что там. Ты слышала? Слышала? Не слушай. Кто-то страдает. Я так понимаю, у них будет любовь морковь. Нужно зайти. Нужно помочь. Там все мертвы. Все до единого. Хочешь к ним присоединиться? Ты пришла сюда, чтобы помочь. В путь. Прислушайся к себе. Там да не слишком тихо. Мы уходим, сейчас же. Не смей мне приказывать. Мы отыщем другой вход. Бля, они хорошо подходят друг к другу. Нахуя нам искать другой вход? Даже найти другой вход. Быстрее, вперед. И будет ли в этой игре у нас право выбора? Я уже сказал, что отведу тебя к моему народу. Он жжет. Но не в этот поселок. Ты не знаешь, во что ввязываешься. Он хочет заставить тебя... Просто развернись. Нет, нам нельзя уходить. Бля, вроде все красиво. Ну как-то ребрит графика. Может, помнишь, он не поймет. Не могу. Да чтоб тебя, послушай голос разума. Так, я думал, твой отец защищает этих людей. Он защищает их. Защищал. Нельзя защищать людей от их собственной глупости. Кажется, они утратили бдительность. Они сами во всем виноваты. Эти драгуары, кто они? Какое зло? Драгуары. Блять, кто эти драгуны или кто они? Они мне напоминают из Игры Престолов. Там были тоже такие, типа, драгуары или кто-то такие. Блять, а северяне там были охуенные в Игре Престолов просто. Просто one love. Посмотри туда. Куда, блядь, туда? Что ты видишь? Я вижу хуёвое размытие, так. Семейные холмы. Видишь могилы? Где? Так мы чиним наших погибших. Чтим, точнее. Хороним. Хоронить тебе будет некому. Это... Эти могилы новые. Сколько тел. Смерть. Что-то случилось. Что? Но вы не почтили эти могилы. Что случилось? Я же говорил. Драугары. Кто они? Они тебя не просто убьют. Все намного страшнее. Хуже того, что они сделали. Они убьют всех. Ты все еще можешь спрятаться, если остановишься. Доверься себе, прислушайся к своим мыслям. Чью жизнь ты хочешь спасти, мою? Он напуган. Почему? Чего он боится? Он знает, что они, на что они способны. Драугары, братья его с собой, ты уверена? Его нужно оставить здесь. Да бля, я хочу взять его с собой. А если он сбежит? Что же сделать, Селена? Как ты поступишь? Решай.
О, ебать, первый наш выбор. Ну, блядь, мне кажется, его нужно брать с собой. Он послужит как живой щит, по крайней мере. Что ты делаешь? Крик мертвецов. Здесь что-то есть. Мне нужно выяснить, что именно. Неправда, они мертвы. Ты безумна. Он не знает знаков. Теперь все стало на свои места. Ничего не понимаю. Ты безумна. Не знает. Он не видит знаков. Глупец. Я тут туда ни за что не пойду. Посмотри на него. Погляди на него. Он выглядит как-то жалко на самом деле сейчас. Он ранен. Избит. Побежден. Но он тебе нужен. Нет, ты не пойдешь. Не в нем. Он пытается сбежать. У него есть план. Ну давай. Вперед. Не дай гневу взять над собой верх. Бля, почему бы просто не привязать его к этому столбу? Помнишь, он пытался убить тебя. Несмотря на это, ты его спасла. Ты совершила ошибку. Киноа, он рабовладелец. Кого это быть связанным и беспомощным? Ждать в бессилии собственной смерти. Когда зажил мои раны, я тебя убью. Сумасшедшая. Для этого нужно остаться в живых. Давай, пари, пари. Драгуны же тебя совсем не слышат. Так, блядь, что это за знаки теперь, дебилы, поясните мне. Ну, блядь, будем ломать доску. Там может спокойно пролезть, сука. Ух уж эта логика в играх, блядь. Ебать. Блядь, я ж не сделал скриншотов, блядь, предскрин. Вот это вот пойдет на первый скриншот, на вторую превьюшку. Как-то что-то случилось с твоей деревней, с твоим домом, с нами. Ты помнишь? Помнишь? Так понимаю, здесь уже мне можно обследовать, да, что-то? Повсюду трупы. Их так много. Кто и зачем это сделал? Крики людей. Это, блядь, мертвых мы слышим, типа... На что ты смотришь? Не смотри. Не останавливайся, иди дальше. Ладно, значит нам в эту деревню. Пока у нас типа лута, инвентаря, ничего нету, да? Зачем тебе смотреть? С этим ничего не сделать. Она желает вспомнить то, что желает жить в прошлом. Сверяли, напали так. Поработили людей, схватили Дилана. Они убили. Он умер за них. Помнишь? Нихуя не помню. Они отняли его. Твоего Дилана. Он убил их. Но не факт, что именно он. Здесь типа был ребенок. Ну да, слышно плач ребенка. Это уже случилось. Уже в прошлом. Ты ничего не можешь сделать. О, голова быка. Блять, женщина шизофрения, честное слово. Как-то... Что здесь произошло? Запах болезни. Так, нам наверх. Ну, судя по всему, у нас ведет, если тропа наверх. Блять, слышно какие-то крики. Давайте пробежимся. Блять, собственно говоря, почему бы и нет? Он не может забыть, никого не забыть. Так, а нахуй я туда пришел? F? Нет, не F. Это что, типа круг почета? Ну, блять, она явно не спецназовец, так спускается, конечно.
Ну да, блядь, это круг почета. Вот на поднялись, пробежались и вернулись обратно. Нахуя? Обвиняющие голоса. Нет, нет. Не слушай. Это уже слишком. Ладно, ёбаный свет, опять головоломка. Снова он. Вновь умирают. Не отворачивайся, смотри. Должна увидеть. Посмотри в лицо. Блять, в лицо, а не на... Ага, мне, блять, нужно знак найти, понял. Человечек и две буквы К. Хорошо. Самые темные воспоминания. Так, человечек и две буквы К. Из чего мне здесь его найти? Или типа то место мне нужно, чтобы найти теперь этот знак? Это на К не похоже, чтобы как-то выстроить из этого букву К. А что у нас может быть, блядь, похоже на К здесь, а? Так, туда я пойти никак не могу, значит, оттуда нужно как-то навестить. Хорошо, вот она. Все, ты нашла. Это место проберется в твой разум. Back into the past and hold you there. She's getting closer. Yes. She can feel it. You have to get to the right place. Так, что там, блядь, посмотри на него как надо. На него посмотреть как надо. Да, блядь, он вроде как-то на Кани особо похож. Если честно. А, нет, К. А как на него, блядь, не надо посмотреть, чтобы из него К получилось? Либо я тупой, либо лыжи не едут. Не здесь. Выше, выше. На том выступе, вон там. А, вот это? Блядь, на каком выступе-то, алло? Так много погибших. Отвернись. Блять, есть фонарик? Синуа. Все, Синуа. Смотри вверх. Блять, на букву В, если честно, особо ничто не напоминает. Что мне, блять, вверх смотреть? Это странные подсказки, которые я нихуя не понимаю, если честно. Где? Что? Когда? Алло? Блять, можешь F нажать, чтобы взаимодействовать как-то? Нет. Нет. Типа две буквы К должно быть. Вернись, мухи. Скорее всего, мне кажется, что-то здесь где-то должно быть. Ну да, не просто так, что сюда вбила дорога. И подъем в эти скалы. Хорошо, так понимаю, я что-то не так делаю, да? Давайте спрыгнем. Да, ближе. Ебать, к чему ближе? Она чувствует. К чему, ебать, я ближе-то? Объясните мне. Так, мне из этого терна как-то К сделать? Вот, все. Галина, спаси.
То есть, ебать, такие головоломки, да, решать приходится? Я тебя предупреждал. Вот ты вернулась в худшие дни своей жизни. Жизни, так. Здесь все, значит, нам из говна и палок надо что-то будет здесь найти. Ищем красные палки, ага. Так, надо как-то... Ага, все. Теперь до меня дошло. Или нет? Или да? Надо когда этот, вот эту хуйню скрести, чтобы у меня капа получилось. Ну, блять, как? Под каким углом я, блядь, должен на них посмотреть, чтобы у меня получилась буква К? Типа там, где рядом к этим местам, где какая-то аномалия. Я так понимаю, появляются эти символы. Соответственно, если я их не вижу, и здесь не вижу. Значит, это не они. Но если они в воде появляются, значит, где-то я должен здесь что-то увидеть. Может, вот это вот? Боже мой. Вот это вот единственное, что здесь похоже на эту К, что ли. Либо, я так понимаю, мне нужно как-то наверх залезть в этот дом. Ну да. Эх. Почему нельзя было сразу об этом сказать? Теперь я понял, про что за выступ. Все, не отворачивайся. Готово. Зашел так далеко. Дальше самая сложная часть. What are you doing? Return to the gate. Use the symbol. Use it. Короче, нам эти голоса говорят, что делать. Окей. Ты думаешь, что понимаешь? Ты никогда ничего не понимаешь. Где мы теперь? Где ты? Что это? Тебе знакомо это место? Нет. Мы дома Синуа. Хорошо, идем по белому свету. Как полагается, пойдемте. Слышишь? Она поет. Выгляди здесь, помнишь? Это песня. Синуа, ты вернулась домой. Это что, мама? Это твоя мать Синуа. Заходи, как тебе по тебе соскучилась. Это Галена. Давайте зайдем. Почему бы и нет? Помнишь этот голос? Прекрасный голос. Зеркало Синуа. Она поможет. Блять, опять какие просадки лютые. Тут так хуёво все с оптимизацией. Пиздец. Правда. Блин, слушай, что-то говорит. Она близко. Северяне идут. Теперь они идут за тобой.
Помни, что они с тобой сделали. Как горела твоя деревня. Угибать. Блять. Нихуя. Используй зеркало. Как его использовать-то, а? Сосредоточься. Нихуя. Нихуя, это что, у тебя типа была? Ага, зеркало отлетело на КД. Понятно. Нормально, утонули. Заебись, минус еще один кошмар. Уклон. Нормально, хуярим. Нет, блок, парируем, еще парируем. Хуярь. Ультуем. Давайте, хуярим комбо. Разлетелся нахуй. Топором, ебать. А топ... Что это за хуйня? Это вообще законно? Нихуя себе, у них суперспособности появились. По хребту ебашим, ультуем. Давай, серию хуярим. Отлично. Нормально вернулись. И вернулись просадки FPS тоже. Вроде SSD-шник, вроде M2. Самсунговский. Мне знакомо это место. Прошлое тянет тебя в глубину. Так руками мертвецов и глазами говорящими племени. Древние ее обитатели в плен. Пепел. Прошлое не остается в прошлом. О, все, пролагало, заебись. Я вообще могу отклоняться от маршрутов? Или это так косметически чисто? Все, пошла катсцена, нормально. Ты же пыталась сбежать, да? Она не может забыть. Тебе не забыть. Ты думала, что спрячешься? Думала, что останешься хоть полезной? Дилан. Твой милый Дилан, он. Беги куда хочешь, тебе все равно не скрыться. Его боль, его страдания. Прошлое никогда не выпустит тебя из тьмы. Это единственный путь. Возьму тьму с собой, она твоя. Властвуй над ней. Собственно, прошлое и тебя оставило. Оно тебя связывает лишь силой. Она навсегда увязла в горе. Она всегда со мной. Она ведет меня сквозь мрак. Прошлое — это не оковы, а надежда. Не позволяй прошлому, не позволяй прошлому разрушить тебя. Твоя судьба ждет. Оп, нормально сложились. Пиздуем дальше сюда. Самые жестокие удары, они делают нас теми, кто мы есть. Понимаешь? Она. Она больше не потеряет их, свою мать. Своего возлюбленного. Она не забудет. Она не позволит им исчезнуть. Подобно свету. Она сохранит их. Так, здесь обижать не получится, ну ладно. Давайте идти так, как нас ведет игра, что ли. Мне кажется, к северянам вернулась Кара. Сработаргивается. Висает с крюка.
Ебать, это ужасно на самом деле. Кто же это сделал? Драгуны, вспомни. Деревня немножко пустая. Что это было? Там что-то скрыто. Где скрыто, блять? Алло. Здесь везде так темно, да? Я могу с чем-нибудь взаимодействовать? Ну-ка, нет, я не могу пока, думаю, ни с чем взаимодействовать. А может быть и могу. Так, нам на дорогу, но, блядь, свет, свет, смотри. Ой, трупик еще один. Что это такое? Взгляни. А можно не застревать, пожалуйста? На, блядь, на что взглянуть? На свет? Ага. Они движутся, движутся, меняются. Куда она тебя заведет? Что это? Дерево жизни, типа? Расцвело. А чё это? Все на земле знают, что божества и духи влияют на твой путь человека. Все несчастья, что постигают человека, плод его собственных рук. Если видеть твои глаза, увидишь ты и следы, и их силу. Открой же глаза и смотри, путница. Быть может, ты увидишь их лица. Чьи лица? Все, на этом все? Или типа можно F нажать? Давайте F. Чьи я, блядь, лица могу увидеть? Зачем? Что это, блядь, дало мне? Можно пояснительную бригаду, пожалуйста? Хорошо, куда там дальше? Пойдемте по дороге. Всякие подсказочки, думаю, здесь так стоит лутать. Но для чего, зачем, почему и как, не задаемся вопросом. Может быть, однажды нам расскажут, для чего нужно было это дерево. Этот крик, этот голос. Он пропитан тьмой. Сынуа, иди на него. Подойди так, чтобы тебя не заметили. А здесь есть стелс вообще? Подожди. Бег, уклонение, авторежим, пауза, блок. Парирование, быстрая атака, концентрация взаимодействия. Камера нет, нет, устался. Так, да, двигайся незаметно, словно тень. У тебя получится, Синуа. Мы в тебя верим. Она знает, что такое страх. В детстве ее пугала ночь. А нежный голос матери успокаивал. Но теперь она одинока. Пугает не только тьма. Призраки, что блуждают под полуденным солнцем. Чудовища, они выползают, свет разгоняется. Разгонять не все тени. Некоторые тени ходят. Они хотят твою кровь, твою плоть, твою жизнь. Но голоса зовут. Так, ебать, что происходит? Почему резко так потемнело? Прям чересчур дохуя резко. Можно не идти? Я назад хочу идти. Пение драугров, блять. Давай, двигайся вперед. О, ручка висит. Забавно. Тихонько. Помедленнее. И лапы. Куда? Что? И что это значит? Что все это значит? Она закрывает ветви. И так красиво. Здесь чувствуется зло. Оно витает в воздухе. Рев драугров. Что они вытворяют? Пытают. Кто эти такие драугры, блять? Охуенные пытки, честное слово. Блять, Оскар, похлопаем. Теперь он точно все расскажет. Кровь и кости. Ну это нахуя? Я не понимаю.
Умные мысли преследуют. Что? Он поцеловал голову? Драгур ест. Слишком тяжело. Дальше нам не пройти. Можно повернуть назад. Ну, блять, приятного аппетита, что сказать. Что видишь? Да, Синуа, дыши глубже, продолжай дышать. Продолжай идти. Обуздай свой страх, обуздай его, ты справишься. Иди за ними. Свет так и манит. Мы хотим пойти на свет. Не приду тебя, куда нужно. Нет, здесь не пройти, надо новый путь, ты справишься. Легко повернуть назад, легко отвернуться. Крача твое тело. Не отвлекайся. Убегать и прятаться. Но повернуть значит потерять себя. Сбиться с пути и признать поражение. Так я не могу пойти за ними? Нет. Ладно. Ебать, ветки движутся охуенно. Иди дальше. Ну, иду. Может, у нее кончились силы? Рев, стук в барабаны. Не дай страху сломить тебя. Они выбрали это место не просто так. Стоит прислушаться. Говорит, к страху нужно прислушаться. Не, нихуя. Ты ведь чувствуешь этот голос? Этот голос. Пахнет чем-то протухшим. Иди посмотри. Ебать, было бы видно еще что-то. Конечно, было бы шикарно. Но она не боится, что нас могут спалить. Я отправился в темные земли, чтобы исцелить тех, кого одолели. Даже в самые мрачные дни я находил луч надежды. В этом безотродном краю, худшем из всех, он нас увидел? Казалось, что тьма никогда не рассеется. Но я знал, что я выйду к свету. Кто это? Он не знает. Он чувствует, что мы здесь. Тянется к нам в темноте. Ты должна помочь ему, Синуа. Это наша задача. Это наша судьба. Наша цель. Опа, на скриншотик. Сохраняем скриншот. Ты хочешь? Однажды твой чужак спас меня от верной гибели. Он и его сородичи убили твоих родных. Ты должна жаждать его крови, а не помогать ему. Ты заблудилась. Я считаю, что он тут ни при чем. Ужасно, это уж слишком. А можно десантироваться на них, типа, нет? Нет, что они с ней сделали? Тащит ее прочь. Он охуенно, гениально умный план у него был. С руками отпиздить челика с топором. Ну, блять, хули, тебе родной рукой меньше будет. Они разорвут тебя на части. Еще не время. Ты должна бежать. Браться отсюда. Не, мы спасем того челика. Он не убивал родных. Я уверен, что это его родные были. Но он тут не причастен. Вообще, я считаю, надо с северянами объединиться и отпиздить этих пиздюков.
Что за тень? Что происходит? Да хуй пойми, что происходит. Опять кого-то пытают. Того человека безрукого. Кромсают на части. А ты думала, что хуже некуда? Бля, ему что, вторую руку отрывают? Как ей их остановить? Это уж слишком. Я не выдержу. Это не люди. Разве это люди? Это чудовище. Обряд крови и огня. Да и похуй заебаша. Ты никогда не поймешь эту силу. Прыгай, братишка. Здрасте, ёпта. О, сука, я хочу их разъебать. Сейчас расхерачим. Я не хочу туда идти. Ты должна... Нет, нет выбора, другого пути нет. Ты захлебнешься в крови, утонешь в крови, в костях и телах. Кровь, в костях. Мы больше не можем. Я не могу. Не сдавай ни звуку. Что это? Нет. Может, ползти будешь? Может, нормально будешь ползти, а не, блядь. Какой-то, блядь, вуман, сука. Это уж слишком. Здрасте. Нет, ужасно. Блять, когда она помыться успела, я не понимаю. Кости. Слышно, как ломаются кости. Закрой глаза. Плоть. Людей убивают. Прямо у тебя над головой. Давай уже. Давайте я хочу кого-нибудь из них захуярить. Все, пошла анимация, ебать. Тот, чей голос пробивается, это следующий знак. Следующий шаг на ее пути. Надо спасти его. За меч запоет. Что бы то ни стало, она освободит его. Или погибнет. Кто ты нахуй? Кто ты, демон? Блять, я не успел скриншотить его, сука. Ну да, с ноги бы сейчас поебал его. Ой, ебать. Здрасте, дядя. Ты шо, шайтан ебучий? На, сука. Давай, еще парируем? Нет, не парируем. Уклоняемся, нормально. Снизим. Хуярим. Не-не-не-не-не-не. Давай, ультуем. Ебать, еще кто-то там. Ебать, мы деремся с кем-то. Ульта, нахуй, давай, хуярим его. Вот, заебись, красиво. Хорошо. Ебать, здрасте, дядя. А можно поебалу не получать при первой удобной возможности? Я, конечно, понимаю, что это все прикольно. Ах, ебать, он меня перепиздил. Они тебе подчиняются? В смысле они мне подчиняются? Ебать, кто-то стоит шоу. Ебать. Какое-то нахуй слайд-шоу происходит. Охуенная, конечно, оптимизация. Безусловно. Ты еще не конец, должна победить. Давай, ты обязана, она обязана. Не поднимайся. Загрузка идет, нормально. А, мы сдохли, понятно. Я тормоз, я думал, какая-то анимация идет. Нихуя! Он серию заебашил, конечно, красивую. Так, хорошо, сейчас будет второй. Нормально, против него вот утонуть надо было. На, сука. Да, блять, еще и третий. Че, сука, думаешь? Хорошо, хуёво. Ульт. Отлично. Хуярим.
хуярим, хуярим, хуярим. Я не знаю, уклоняемся на все клавиши подряд. Нормально, уклонились, не уклонились. Давайте, заебашим. Нормально. Минус еще один. Хорошо. Нож в сердце. Нож в грудь. Ебать, это еще нахуй, что за фокусы цыганские. Ебать, колдун, елдун. Кукай. Парируем. Да я ж, сука, прожал уклонение. Да блять. Как это нахуй одолеть? Шаман, сука, ищ. Да сколько их нахуй? Да ебать. А ты не охуел ли в такую серию ебашить, дядя? А можно меня не бить, пожалуйста? Хотя бы минуту меня не пиздить. Нормально, попался. Хорошо. На, сука. Бля, баба-зверь. Баба-мужик просто. Ультуем нахуй. Хуярим сразу. Доебись, добиваем мощно. Здрасте. Нихуя себе. Да еба... Опять это... Нормально. А можно его бить по камень, блядь? Как его нахуй победить-то, блядь? Я не понимаю, как этих запезиков убивать. Я не... Нормально, супер. Нормально, хорошо. Плохо. Заебись. Живем. Блять, нормально. Когда он уже сдохнет, сука. Да вы. Ох ты, блять, он прервал мою серию. Нормально, минус. Да опять? На, сука, уль. Какое охуенное зеркало, однако. Ну, это, на этот раз он точно... А нахуя падать-то было? На этот раз он точно сдох. Все, на. Приходи в себя, нет времени. Так что давай, помоги мне. Поспеши, да. Быстрее. Здрасте, дядя, ебать, я тебя со скриншотю. Ты не против? Хороший скриншот просто получился. На превьюшку пойдешь. А может, ты его отрубишь? Освободишь уже, и мы просто убежим? Не. У нас нет времени сюда. Земля сотрясается. Он еще не свободен. Освободи его. Как тебя зовут? Синуа. Он еще не свободен. Я ждал тебя. Немедленно. Оно уже здесь. Беги. Земля. Этот четкий голос раскатывается. Она близко. Чувствуешь? Чувствуешь? Грядет что-то из иного мира. Прошу, быстрее. Ярость, смерть здесь. Мы ему руки отрезали. Убирайся, вставай, давай, 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 давай. Ебать, что происходит? В принципе, неплохо. И вот так. И что делать? Бежим. Убирайся немедленно. Так, ебать, я бегу или не бегу? Или это опять касцена? Давай уже. И что это произошло? Это типа они ультанули или что? Им не повезло. Да, им, им абсолютно вот не повезло. Он просто... Да, ибо наступает рассвет. Теперь придется прятаться от солнца.
Она будет охотиться за нами. И мигом наш след. Теперь ты в опасности, нужно уходить. О, еще одна. Человек между двух огней. Ну, на этом мы закончим прекрасный этот выпуск. Все very good. Все very nice.